Всем привет, короче, кто меня знает, нахожусь сейчас в Китае, буду работать здесь. Будем выпускать, конечно, реже видео, может, ребята будут заменять меня. То есть, короче, пока вот China. Парк Happy Valley, кто не знает, город Шэньчжэнь. Вот. Кстати, он паровозик. Чувачок в паровозике едет. И они так и реагируют на иностранцев стрёмно. Они постоянно: о, давайте сфоткаемся, давайте что-то сделаем, давайте о чем-то с вами поговорим. Хотя английского они ни хрена не знают. Ну вот они, в основном едут. Китайчанки, китайцы и другие. Кстати, китаянка за рулем паровозика. Да. Сейчас еще будут, вот видишь, махать в камеру. Они все довольны всегда, что видели иностранца и все время что-то хотят от него. Я даже не знаю, чего они хотят. Но могу поспорить, все сейчас смотрят в камеру, да? Не сильно они довольны. Короче, перелет где-то обошелся по времени в 15 часов все вместе. Так что компания Turkish Airlines не такая уж и плохая. Хотя сами турки на борту — это ужас. Это Китай. Кстати, знаете, что удивляет меня больше всего в Китае? Это то, что все старички, все бабушки ходят с айфонами или такими телефонами, которые, ну, у нас в Украине, то есть это проблемно. И вот, они в основном делают так, что все фоткают, все снимают, все что-то объясняют. То есть нашим старичкам, конечно, до этого еще и тянуться, и тянуться. Вот, а если увидеть вот такую толпу школьников, ну... Они вообще, глаза становятся круглые, все в шоке, все вон смотрят до сих пор, наверное. А ну, обернитесь кто-нибудь. Ну, короче, для них иностранцы — это что-то такое, нифига себе. Ну, наверное, это из-за того, что большинство китайцев живут в маленьких городках, селах, скажем так, и их на экскурсию привозят в такие вот большие города. Это Китай. Климат здесь жесткий, где-то... Плюс 28 градусов, это сейчас осень, это для них типа, о, это не жарко. Вот можно встретить такого чувака, который уже устал, это типа мумия или зомби, вон она оранжевая идет. Устал от работы и потихоньку двигается. Если сейчас повернусь на него на камеру, привет, он помахает нам и скажет, что у него все очень круто. Все очень круто, да, чувак? И это видео, это ж не фотка. Ну ладно, ему не понять. А так все классно. Все же классно? Все классно. У них всегда все классно. Кстати, прикольно, что такие полицейские электромашинки у них почти по всему городу. То есть полиции здесь очень много, но если идти на какой-то черный рынок, там, где все по дешевке продается, там вот там стрёмно, почку могут вообще вырезать нафиг. Это Китай. Это Китай. Кстати, у китайцев сейчас Хэллоуин, и они очень любят этот праздник, они сильно подготавливаются к нему. И везде очень много всего такого устрашающего. Поэтому, смотрите, вот такие нюансы, как пираты, черепа и так далее. Ну, они это очень любят. Они очень любят все масштабное. У них даже американские горки такие... дебеленькие. Я, например, был здесь в 2006 году, то у них была такая одна маленькая американская горка. Ну и людям нравилось. А он сейчас, если вы увидите, белые, камера сфокусируется вот там, вот и где палец, там высокие туда идут, то они здесь расстроились очень серьезно. Надо отдать должное китайцам, строиться они очень сильно хорошо умеют. Это Китай. И так почти через весь парк.
Китайцев очень много есть прикольных аттракционов, которые, ну, стоит посетить. Есть такой интересный паровозик, который катает между скал, гор, фонтанов, бассейнов, каньон такой небольшой. И вот сейчас будем пробовать. Не знаю, получится мне отсняться или нет, но попробуем. Это Китай. Дэвид, смотри, это хоть тебе не английская будка, но зато здесь есть хотя бы телефон. Китайцы очень любят все взрывать. Такой прикол у них. Да, кстати, японо-китайская война, она очень повлияла на них. У них все про войну, даже фильмы, даже шоу. Не, есть, конечно, шоу и не про войну, но большинство из них про войну. Это Китай. Короче, вот такой у нас вид из лифта. Мы живем на 5-м этаже. Стеклянный лифт. И круто. Купил только что такую бутылочку водички. Не водички, а кофе, какао и плюс мята. Скажем так, на любителя. Я еще хочу вам сказать, прикольную тему увидел. Если ты едешь на электроскутере, а их здесь очень дофига, и если ты велосипедист, ты можешь смело, короче, всем привет. Ты можешь смело кидаться на этот, ну как кидаться, ты можешь цепляться на скутер, и чувиха, которая едет на электроскутере, или чувак, он тебя, ну, дотащит, если вам по пути, без проблем. Просто зацепись за скутер, называется. Ну, на китайская народная забава. Короче, что хочу сказать про Хэллоуин. Хэллоуин — это такая жесть. У них тут пробка просто вот километровая. Я прошел такую часть народа, там на перекрестке, ну, может, чтобы не соврать, 1000 человек стоит. И полицейский, бедняга, там все пытается, не знаю, справиться с ситуацией, что ли. Потому что, ну, реально беда здесь насчет трафика. Это Китай. Блин, где бы я еще попробовал лейс со вкусом огурца? Прикиньте, у них Pringles, это, ну, 8 юаней. У нас 70 гривен, а у них, блин, 8 юаней. А-а-а, хочу. Я зашел в китайский Макдональдс и, короче... Я возьму.